Ну что ж, мои маленькие любители багов, пришло время показать вам новый баг, довольно забавный баг. Очень интересный баг. Как сделать Ланаю инвизной вечно? Вечный инвиз, грубо говоря. Для этого мы пикаем Ланаю. Но это получится при условии, что у врагов будет Феникс. То есть в этом, в принципе, есть весь баг. Так, я куплю себе тапок, но он нам не нужен для бага. Нам, в принципе, пойдет первый левел. То есть нам нужен всего лишь второй скилл. Но я себе апну левел, чтобы было легче реализовать и вам показать это все. И прокачаю третий, чтобы дальность увеличить. Так, все, бежим сюда. И теперь нам нужно создать Феникса по фасту. Опа, появись. Все, теперь условия. У нас должна быть в тиме Ланая, у которой есть второй скилл. Но это, я думаю, несложно. И при этом у врагов должен быть Феникс, у которого есть шестой левел и у которого есть ульта. Весь баг заключается в чем? Когда Феникс ультует и яйцо практически упало на землю, взорвалось, мы должны со второго скилла ударить его. Если все получится, у нас будет вечный инвиз. А, это баг, да. И самая главная проблема в том, что это тяжеловато реализовать. С первого раза практически это никогда не получается, но если так надрочиться, то будет нормально. Ну, поехали. Так, все, второй скилл у нас прокачан, и все нормально. Все, готовимся. Поехали. Нет, рано, блин, а. Так, рефреш. Пробуем. Это как игра в покер. Я вижу, что он мухлюет, засранец. Блеф, это блеф. Успел, красава. Ну, смотрите, все. Видите, у Ланаи теперь второй скилл работает вечно. Вечный инвиз. Ха-ха-ха, со второго раза. А вот вы попробуйте, создайте лобби и сделайте сами. О, это нелегко. Давайте я вам скажу, как это делается. В первую очередь нужно по таймингу. По таймингу это получается... О, смотрите, да? Когда яйцо начнет разгораться, будет желтым. Вот сейчас, видите, вот желтое стало. В этот момент нужно было бить со второго скилла. То есть мы входим со второго скилла и сразу делаем удар. Ну там сделайте пару раз, потом уже вам будет легче делать. Ну все, вот такой вот у нас баг, вы видите, да? Инвиз. Нас никто не видит. И при этом у нас работает второй скилл. То есть, если я сейчас ударю, сработает крит со второго скилла. Видите, Феникс меня не видит, он ничего не может мне сделать. То есть мы бьем с руки. Опа, работает у нас крит. Ну-ка, а если я заюзаю, интересно, первый скилл? Давайте попробуем еще раз. Хотя я зря это сказал, ну ладно, блин. Все, по-любому мне не будет получаться. Ну давайте, я хотел попробовать заюзать скиллы во время инвиза. Попробуем. Нет. Пробуем. Успел. Красавчик, со второго раза. Все, отлично, вошли в инвиз. Ну, скорее всего, да, скиллы будут сбивать наш инвиз. Но мало ли. Так, смотрите, подождите, а он не сбил мой инвиз. Ха-ха, лол. Лалка. Так, а если мы сделаем таким образом? ТП попробуем? Короче говоря, я думал, баг это будет, это, ну, поменьше времени займет. Смотрите, вы видите это, да? У нас, короче, вообще все можно юзать, лол. Нет, все-таки баг этот шикарный. Ну все, вы видите баг, то есть мы входим в вечный инвиз, при этом у нас работают все итемы и скиллы. Только нельзя бить с руки. Офигенный баг. У нас работает дагер, все работает. Ля-ля-ля. Ну-ка, пойдемте попробуем под фонтан зайти. Ну, нас убьет, конечно же, он. Ну все, вот такой вот у нас баг. Вот я сейчас быстренько дойду до фонтана и все, и хорош. Красава вообще. А смысл? Да, видит. Но зато смотрите, ну-ка подождите. А, ну вот, да. То есть так получается попадает, но при этом инвиз, видите, не раскрывается. То есть мы можем отойти и нам ничего не будет. Лалка!
Strange. Пойдемте навестим Рошана. Рошан. На, пес, все. Вот такой вот офигенный баг. И, кстати, я думал, что это просто она входит в инвиз и все, да? Оказывается, можно использовать скиллы, можно там даггер использовать, телепортацию. Всю игру можно в инвизе, короче, бегать. Просто шедевр. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.